Ну что, я добрался до центра Сингапура, и сейчас мы с вами вместе посмотрим из центральной практически точки все его красоты. Но с правой стороны у нас вот здесь, вот за спиной у меня, откуда я только что сейчас вот здесь спустился по лестнице, там как раз в тему с Олимпиадой парк Олимпик написано было. Итак, справа это даунтаун, вон он там. Ну что, похожий на Америку, на Австралию даунтаун. Дальше поехали. Вот это вот музей арт искусства, цветочек такой. Ну а вот это вот у нас три здания, сверху такая лодка. Это знаменитое сингапурское чудо. Там наверху, где вот эта вот лодка, там большой-большой бассейн, и люди, купаясь в нем, вот эту вот крайнюю границу, видят, как будто она сливается со зданиями даунтауна. Ну и это, конечно же, наверное, очень-очень дорогая внутри гостиница. Ну и слева от меня здесь такое какое-то сооружение, типа такого пешеходного моста. Вот, вот эти еще каких-то два здания. Как-то мы их пропустили, по-моему. Там вот вдалеке вот эти круглые какие-то такие вот крыши. Вот это какое-то с зеленой шапочкой здание. Ну и здесь вот такой вот залив. А вот здесь вот, ну здесь солнце будет засвечивать. Вот там вот возвышается колесо обзора. Оно тоже есть на всех картах и указано как достопримечательность Сингапура. Ну и я как большая, у меня есть сочный, спелый, сладкий, надеюсь, сладкий, сейчас попробую, апельсин, сейчас я его съем среди всех этих достопримечательностей. Жара такая, наверное, градусов 50. Хорошо, что есть тучки, и они периодически солнце закрывают, немножко не так жарко. Когда солнце выходит из-за туч, мне кажется, что градусов 50. Но я продолжаю свое путешествие. Удачи вам, удачи мне и до встречи.